Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Человеку всегда нравится делать то, к чему у него есть талант. Образование – это то, что остается после того, как забывается все выученное в школе. Лучше верить, чем не верить. Потому что с верой все становится возможным. Жизнь, как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться. Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир. Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового. Единственное, что может направить нас к благородным мыслям и поступкам, это пример великих и нравственно чистых личностей. Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Умный человек разрешает проблему. Мудрый человек избегает ее. Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно. Он-то и делает открытие. Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, а потому, что некоторые видят это и ничего не делают. Среди беспорядка найдите простоту. Среди раздора найдите гармонию. В трудности найдите возможность. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или вещам. Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс. Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежнее. Я благодарен всем тем, кто говорил мне «нет». Только благодаря им я чего-то добился. Теория – это когда все известно, но ничего не работает. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок. Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Если А – это жизненный успех, то А равно X плюс Y плюс Z, где X – это работа, Y – это игра, а Z – ваша способность держать рот закрытым.
Лучше верить, чем не верить. Потому что с верой все становится возможным. Как много мы знаем и как мало мы понимаем. Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война. Но четвертое – палками и камнями. Женщины выходят замуж, надеясь, что мужчины поменяются. Мужчины женятся, надеясь, что женщины не изменятся никогда. И те, и другие разочаровываются. К величию только один путь. И этот путь проходит через страдания. Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример. Информация в чистом виде – это не знание. Настоящий источник знания – это опыт. Есть только два способа прожить жизнь. Первый. Будто чудес не существует. Второй. Будто кругом одни чудеса. Наше положение на Земле поистине удивительно. Каждый появляется на ней на короткий миг. Без понятной цели. Хотя некоторым удается цель придумать. Но с точки зрения обыденной жизни очевидно одно. Мы живем для других людей. И более всего для тех, от чьих улыбок и благополучия зависит наше собственное счастье. Достойна только та жизнь, которая прожита ради других людей. Благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете множество мудрых фраз, изречений, афоризмов и цитат гениальных и великих людей.